друзья, всем привет! Сегодня сделал небольшую разведку, прокатился по своим охотничьим местам, посмотрел. Начала течь вода, талые воды. И это значит, что совсем скоро прилетят дикие утки, и мы начнем охоту на селезня. Также сегодня заехал на один из таков тетеревинных. Тетерева есть, вы увидите в ролике. Кормится березовыми почками. Ну и вот по пути тоже заметил двух бобров. Видите, весной они очень рано выходят, поэтому его видно. К одному я подошел где-то на 15 метров, поснимал его. Ко второму тоже подошел близко, но он был за бугорком. Я пытался еще ближе подойти, он начал нырять уже. То есть уже не получилось его поснимать, второго. А первый, он спокойно сидит, вообще не напрягается. Меня видит, и все равно продолжает кормиться, молоденький какой-то. А второй был крупный, я думаю, скорее всего, или самка, или самец, не знаю. Вот. Ну, крупный был второй. Сейчас они начнут мигрировать, молодые самцы уже покинут гнездо родительское, нору, и поплывут в свободное плавание, искать себе новые участки, захватывать новые заливы и прудить, устраивать себе плотины и создавать семьи. То есть вот весной, в принципе, идет миграция, так сказать, бобровая. И молодые самцы уплывают, ну и самочки тоже, соответственно. Обнаружив такие места, они вот метят свои территории, обязательно обозначают струей своей бобровой. Эта бобровая струя, она отвечает, секреция эта отвечает за метку территории. И таким образом бобры создают себе новые семьи. Вот так вот. Ну, немножко небольшие сюжеты отснял для вас. Так, для души. Посмотрите, порадуйтесь вместе со мной. Ждем открытия охоты.